Дел серьезных почти нет. Ты помнишь, мое имя гремело по Москве. Дел было хоть пруд пруди. Со мной неприятный случай, я проигрываю. Нужно отдать деньги, а у меня нет. Не губите меня. Батюшки, это что же мне разорваться из-за него? Вот, возьмите. Я загубил твою молодость. Полно, папа. Я прожила свою молодость без любви. Я, может быть, с болью в сердце отказалась даже от мечты быть любимой. Но ведь я женщина. Спасти меня невозможно, у вас нет средств. Русская классика. Киноповесть Леонида Пчелкина по одноименной пьесе Островского. Иннокентий Смоктуновский, Анна Каменкова, Родион Нахапетов и Елена Проклова. «Поздняя любовь». Сегодня кино после 7 на ОТС.